О том, что коллектив Славянского многофункционального центра работает на высоком уровне и зарекомендовал себя с лучшей стороны, многие в нашем крае очень хорошо знают. Победа нашего МФЦ в краевом конкурсе еще раз подтвердила, что коллектив центра уверенно держит марку. Отличное качество обслуживания, доступность и комфортность – все это характеризует работу Славянского многофункционального центра. В новом офисе коллектив смог работать еще более эффективно, оказывая услуги по принципу одного окна. В 2023 году в номинации «Лучший МФЦ» в населенных пунктах с численностью населения от 25 до 100 тысяч человек победителем краевого конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» стал филиал краевого МФЦ в Славянском районе. Это оценка труда всего нашего коллектива и вклада краевого руководства, которое оказало помощь и содействовало приобретению нового облика нашего офиса. Коллектив у нас профессиональный, сплоченный. На сегодняшний день у нас очень комфортные условия и показатели по времени ожидания, по обслуживанию, по общественному мнению. Это положительные отзывы заявителей о работе наших специалистов. Мы работаем профессионально и компетентно. Всех сотрудников коллектива отличают неравнодушие, желание помочь людям, знание своего дела. Здесь очень важно умение работать с людьми, компетентность, стрессоустойчивость, не побоюсь этого слова, потому что у нас оказывается и принимаются документы более чем по 300 государственным и муниципальным услугам. То есть здесь нужно очень высокий профессионализм, в связи с чем мы проводим постоянное совершенствование и обучение. В коллективе есть и опытные сотрудники, и новички, но каждый из них уверен, что делает очень важное и нужное дело. У нас очень много сотрудников, которые работают уже долгое время. И поэтому это наша жизнь уже, это наш профессиональный праздник. Мы каждый хотим добиться результата, мы хотим помочь людям. Жить без МФЦ сейчас невозможно. В любой ситуации требуется решить проблему человеку, и это может помочь только специалист МФЦ. Коллектив у нас дружный. Каждый день сотрудники МФЦ предоставляют сотни услуг по приему документов, выдаче результатов и консультаций. Они работают, обслуживая жителей быстро и качественно. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».